Единственная проблема с замком Lockback, как мы все знаем, так как замок очень сильный, с другой стороны это влияет на скорость открывания ножа. Так как пружина очень сильная, то открыть нож одним пальцем быстро нужно потренироваться. Просто уперевшись и открыть, это одно. А выбросить его кончиком пальцев, то это уже нужно тренироваться. Лично я даже немножко отпустил осевой винт, чтобы лезвие немножко легче двигалось, так как нож практически за 2 недели того, как я с ним игрался, практически, можно сказать, не разработался, остался так, как он был, как, когда был новый. Я немножко отпустил, может быть, на 1/8 оборота, и лезвие стало выходить немножко легче. В общем, если потренироваться, то можно научиться выбрасывать его быстро. Сейчас я попробую это продемонстрировать, если у меня получится. Вот так. Определенное положение руки, пальца, и он вылетает довольно быстро. Не всегда до конца. Попробуем еще. В общем, во всем нужна сноровка, зарядка, тренировка. Теперь некоторые вещи, которые мне особенно нравятся в этом ноже. По своему паспорту нож весит 50 грамм. Всего лишь 50 грамм при таком толстом лезвии и довольно небольших, но и не маленьких размерах. То есть это средний нож и весит всего лишь 50 грамм. Конечно, когда я его взвесил у себя дома, у меня получилось 70 грамм. Но все равно это совершенно небольшой вес. Что говорит о том, что носить его с собой нас совершенно не будет ничего напрягать. Он абсолютно не ощутим в кармане. Очень тонкий профиль ручки, малый вес, хорошая тоненькая черненая клипса, которая не бросается в глаза. Довольно глубоко нож сидит в кармане, буквально вот этот вот уголок только торчит. Лично для меня на данный момент это идеальный нож для каждодневного ношения с собой. Плюс к тому, что на этот нож всегда можно положиться. Он очень мощный, очень острый, из хорошей стали. Ручка, несмотря на то, что внутри нету никаких металлических пластин, лайнеров, ничего нету, очень твердая, не играет в руке. При упоре во что-то твердое она не согнется, она не свибрирует. Не будет ничего. Единственное то, что нужно немножко привыкнуть к тому, что она очень тонкая. Но когда привыкаешь, то этот нож становится просто удовольствием в кармане. Еще одна вещь, то, что я хотел бы сказать. Так как вся ручка пластиковая, а клинок у нас такой толстый, металлический, то есть разумно было бы предположить, что нож будет перевешивать в сторону клинка, что ручка будет казаться как бы пустой. На самом деле, то, что очень приятно в этом ноже, что этого не происходит. Нож очень хорошо сбалансирован, то есть он не перевешивает абсолютно в сторону клинка. Я думаю, это из-за того, что здесь есть вот этот вот замок. Вставлена такая пластина, которая защелкивает. И, видимо, это придает дополнительный вес в ручку. Из-за этого нож настолько удобен, настолько он органично чувствуется в руке. Он не выпадет просто так. Его очень удобно переворачивать, хватать любым хватом. Очень приятный нож.
Ну, так как вы уже, наверное, поняли, лично я рекомендую этот нож для каждодневного ношения. Это недорогой нож, $25 всего лишь. И мы имеем нож хорошего производителя, надежного, сделан из хорошей стали, хорошо заточен. Все детали отлично подогнаны. Единственное, может быть, хотелось, конечно, чтобы ручка была G10. Но, опять же, за эту цену мы придираться не будем. А в раскрывании его, опять же, нужно потренироваться. Вот. Открывается как миленький. Спасибо за просмотр. Оставляйте ваши комментарии. Это был ножка Бардозер модель 4062.